Так, так, так. Сейчас поглядим. Всем привет, меня зовут Артём, вы на канале Лепаса. Я расскажу о том, как пройти уточек, если вы застряли вдруг на боссе. Вот, например, у меня так получилось, и я не смог его пройти, мне приходилось проходить, перепроходить хуй миллионов тучу раз, но я наконец-то прошел. То ли мне повезло, то ли помогло то, что я сейчас вам скажу. В общем, попробуйте, потому что мне наконец-то это получилось, и наконец-то я прошел, ну так, потеряв так довольно много времени, часа три, не буду врать. Итак, как я прошел, в общем, и это то, что мне помогло, это просто я без карты играл, все, весь ответ. Ты ждал большего? Нет, большего не будет. Я просто карту брал, вот я появился, там куча багов было, я постоянно то появился, сразу сдох, то появился, сразу уже в ее пасти, то появился, меня уже схватили. Короче, куча багов, я не буду сейчас рассказывать, это много всего там лишнего, тебе это не надо. Ты пришел на видео и узнать, как пройти эту гребаную утку босса, которую я наконец-то прошел и пройду клоунов. Я очень рад, что прошел, потому что я очень пыхтел над этим гребаным утконосом и наконец-то таки прошел. Ну, запомни, просто карту. Просто появился, а у тебя 4 жизни примерно будет. Ну, у меня на постой было 4, я не знаю. Может, я просто чемпион по жизни. А, в общем, перезайди сразу в игру. Сразу. Только зашел в игру, начни там проложить чекпоинт или сначала как там пройдешь, неважно. В общем, я прошел на чекпоинте, я зашел в игру, тпшнулся возле босса, сразу же, мгновенно, у меня 4 жизни. У меня карта закрыта, я ее не открывал. Все. Я постоянно с картой бегал, у меня не помогало. Рычаги просто, которые винтили, я крутил, они просто не закрывали дверь перед боссом, и мне в итоге приходилось снова проходить и снова, и снова, и снова. Но вот этот мне способ помог. Наверное, это способ. Я не знаю, может, это удача какая-то, но если вам повезет и поможет, я буду очень рад, что кому-то что-то сделал доброе в этом мире. Но повторюсь еще раз, просто как только появился, не нажимай пробел, не открывай карту, ни в коем случае. Да, ты не сможешь поменять на какой-то скилл там и так далее. У меня был только единственный скилл и все. Может быть, просто из-за скилла второго у меня тоже не пошло. Короче, что-то одно из двух. Или с трех, это удача, третья, как бы, и как я говорил уже. Я просто карту не открывал, бегал от них вот так, и крутил вентиль, и наконец-то прошел его. Все. Видео затянулось из-за того, что я болтаю, я болтать могу много, я сейчас могу растянуть его на целую вечность, этот ролик, но я не буду затягивать, тратить твое время. Я надеюсь, ты, если хочешь поговорить со мной, приходи на стрим, смотри видеоролики, я там тоже могу много болтать, в каких-то могу мало болтать. Ну и так далее, братан, веселись, приходи на стрим обязательно, стримы у нас веселые, иногда такие обычные, как у всех, а иногда лучше всех, ну, всем пока, с вами был Лепас.